это был. Я сейчас заберу, подожди. У меня не летит стекла! Как в старый добрый, просто разминка на М40 на меду. Найс! Найс! Научите играть, наш братан пишет. Блин, кого я взял в клан? Че у меня со счетом 15-3? Всем пока, братва! Сегодня с нами легендарный клан Пепис. Вместе Алембула, пацаны. Всем добря, чуваки. Вместе с Велей и Риком. Велю мы сегодня приняли в клан Пепис, чтобы пройти легендарнейшую калибровочку, проверить вообще, как он в киберспортивном клане покажет себя. И мы должны реально получить сегодня даймонда в калибровочке. Что думаете, пацаны, реализуем это сегодня? Мы сделаем это. Ведь мы лягушечки Пепис. Найс. Опа, не понял, что это. Ты БСКИ, у тебя там на аватарочке. Не кипите, пожалуйста. Ладно. Все равно, как говорится, VSQ и Пепис, как говорится, дружная команда. Поэтому стартуем в каточку и проверяем, что нам дадут после двух. У нас, кстати, две катки осталось до конца калибровки, поэтому полетели. Так, ну что, братва, полетела первая каточка. И у нас, кстати, очень интересно она получается. Мы вчетвером против пятерых как-то стартанули. Офигенно. Я думаю, это победа. Нам наоборот, типа, больше мамара даст. Ну, главное, что да. Главное, раунды все выиграть. Это будет печально. Короче, смотрите, есть тактика для четверых. Просто встаем в пуэнты и АФК стоим. О, понял. Первый братанчик слился наш. Это выход, пацаны. Собрались. И каждому... Лечу на манчики. Я сзади обхожу. Каждому хедшотик. Ой, хорошо, отвлек их. Отвлек спину кто-то должен забрать. Я сейчас заберу, подожди. У меня не летит стекла! Я забрал, нормально. The counter situation. А, у них тоже один АФК. А, ну он, похоже, и стоим, наверное, на респе. Ага. А, братанчик. О, давай на нож, брат, на нож. Туда его! Хорош. А, ну я, кстати, могу авик себе купить нормально. Братик ливнул. Ой, вернулся. А у них чел ливнул, прикинь. Че за фигня? А что с другим? У нас размен какой-то, алё. Какая-то супер странная катка. Ой-ой-ой, Данёчек, авик ТХ. Для киберспорта самое то, понял? Мауч! Да, Б, это фаз Б. Сейчас забегаем, фармим, киллы фармим. Ой. Что это, девушка? Изи нафармил. Минус 21, парни. Ой-ой-ой, нет, нельзя авик слить. Ладно, ноускоп. А, нифига он тпшится. Ай, они тпшатся. Что это такое? Жесть. Так, у нас есть проблема. У нас только, ну, Абовин настреливает. Мы... Научите играть, наш братан пишет. Блин, кого я взял в клан? Не, ладно, я сейчас, короче, даю минус 5. Так, я занял онг, пацаны. Ага, можете все бейти тут. Тут, в принципе, онг не пройдет никто на... Так, нет, пацаны. Лестница. Ой, они все у меня. Ой, у меня все... Ой-ой-ой. Так, отступаем потихе. Понял, у нас все решили сливаться. Ой, хорошо, брат. Хорошо. Ой, я живу за стенкой, ё-моё. Ладно, мы немножечко потренировались, все, пора как бы киллы делать. Первая каточка разминочная, главное натренироваться, да. Рикардио, ты парыч возьмешь? Я тоже взял. Мы с Риком будем. Что взял? Вот он, киберспорт. Да почему им такой тайминг? Ой, все мид, кстати, слышу каждого. Ой, там мид девочки. Ой, девочки. Ой, Рикардо принимает всех. Давай, Рик. Да. Найс, хорош. Все, пуш его. Лучше, брат. Да, спасибо. Все, Абовин, доедай, брат. Окей. Мотивацию надо поднять. Так, ну все, после такого мы точно не сольем и больше ни раунда, я вам отвечаю, я чувствую. Они паузу взяли, опять что ли? Я пойду проверю, что он там делает. Прикиньте на киберсп... А, вон он. Че за фигня? Блин, почти забрал. А теперь напишите в комментах, кто сразу обратил внимание на эту клевую коробку у меня за спиной. Это игрушки от бренда Stretch Armstrong. Они должны очень круто растягиваться. Давайте распакуем. У меня тут набор с героями из Звездных войн. Есть и миниатюрные игрушки, и большие. Вот, зацените, Дарт Вейдер, Штурмовик и Мастер Йода. Давайте растяну кого-нибудь из них. Растягивается офигенно и все равно принимает свою форму. Обалдеть, правда? Давайте еще раз попробую, только уже с другой.
суперпрочная штука. Ее нереально разорвать или разбить. Мне кажется, она даже под прессом выдержит. Игрушка также легко завязывается в узлы, и можно повесить что-то тяжелое. Прикиньте, на киберспорт-туриках там чел притворяется ФКшником, типа противники берут паузу, потом все бегут на него с ножом, и он просто берет, достает резко и всех просто разваливает. Берите на заметочку, кто смотрит. Киберспортивные советы. Не зря мы этот киберспорт-клан Пепис, который на мажор вышли. Рик, мы с тобой на мажор летим, получается. Мы с тобой тоже в Пепис. Мы как болельщики летим, да? Я думал, как игроки. Ну, как запрос на него? Можно промик за песенку нам пишут. Я думал, за слив он там напишет. Да за это промик и не жалко дать, на самом деле. Реально вообще фул осуждения, парни. Это вот у меня пуш. Ой-ой-ой, Найс, принятие пошло. Офигенные флешки. Ой, хорошая наводочка была. Я последнего забираю. Вот Беля должен реализовать. Ой, Беля, давай! Да почему не залетело в голову? Я тебе говорю, что-то у тебя, слышишь, первая реально разминочная жесткая. Прикинь, просто все возле летит. Я тебе могу дроп дать, который заряжен на победу, на. Спасибо, спасибо. Все, Обоинский, сейчас пойдем, как говорится, раскидывать типов. Я вижу, вот эта эмочка, это просто все, ну. Давай, давай, хоть не мой и нормально. В доме есть. Окей, я отвлекаю. И лестница есть. Я отвлек, ой, я тебя спас. Но! Забрал первого. Все, первый килл. Эмочка, давай под флешку забрал. Второго забрал. Я пойду проверю. Не-н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 е. Отбой, отбой, парни! Не, бомба у нас. Чел, минус 25. Сидел там, высиживал на туре. Ну, два килла я сделал. Отлично, мы вообще как-то вообще налегке идем. Почему тебе пишут Обоин? Если ты Обоин. Походу, Т9 немного пишет. Походу, хейтер. Ай-яй-яй, тут чел вышел. Сейчас заберу его. Дай, господи. Да как? Что за первое в голову залетело? Повели, у них хорошо залетает. Они тебя не будут ждать. На нафиг. Как ты? Вот это мув. Брат, лучший мув. Нашей команде поможет только киберспортивный эликсир. Все, тащим. У меня кола без сахара. Без сахара, потому что я спортсмен. Все, пора наказывать, наказывать, наказывать. Так, все чисто, как всегда. У меня есть это? Ё-моё, чё, напрямую бомба. О, боже, это самая ужасная катка в моей жизни. Ой, на Б, на Б. Ой, хорош. Вот это жестко. На Б пошёл. Уже заходит? Не знаю, наверное. А, чё за инфа? Ё-моё. Хорош. А, возможно, нет, осторожно. Опа, вышли мид. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ещё слева, слева. А там, ну, минус 45. Баба на Б. НТ? Ой, хорош. Ой, прочитал. Че за счет? Че у меня со счетом 15 на 3? Как будто ты мажор берешь, получается. Да, 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 я как будто готовлюсь к мажору какому-нибудь. О, гоу нажми мид предложим, что они скажут? Гоу нажми. О, гоу пишет, найс. Кстати, постоянно, когда вижу подписчиков в клановой битве или где-то еще, они предлагают нажми. Ну давай попробуем. Гоу. Давайте, кто лысый, тот пускай идет вперед. Я лысый? А ну покажись. А, да, ты лысый, иди. А я. Ну ладно, короче, я иду первый. Не, Веля в шапочке. Добармил, пацаны, нормально, идем дальше. Рик, иди куда ты? Ты первый должен. Давай, я за тобой. Опа! Опа! Чекай, увернулся. А, у нас кинтик просто АФК бегает, нормально. Хорош, давай еще одного. Ой, ой, как же я уворачиваюсь. Нифига, вдвоем перерезали всех. Короче, они идут мид ножи, мы идем М40 ножи. Ой, М40 мид, короче. Рил, М40 как нож. Ой-ой-ой. Ай, чё за флешки свои, походу, кидают? Первый. Найс. Найс. Как в старые добрые, просто разминка на М40 на миду. Я врываюсь. На, нафиг. На, нафиг. Последний. Ух. Хорош, хорош. Легендарнейшие каточки, как всегда. Гомит ножи. А, не еще. Ну, давайте, давайте, давайте. Го-го-го-го-го. Дадим им шанс небольшой. М40 выкинули, по 103 просто. О! А, да что? Мы чё на... Мы во что играем, пацаны? Что это? Что это? Где я? Потерялся. За последним челиком. Да-да-да-да-да, хавайте, хавайте. Най! Там мой брат по аватарке оставался. За что вы его толпой? Так, ну что, ребята, решающий раунд? Налегке просто. Я боюсь представить, какая будет вторая, если такая разминочная была. О! А, в смысле? Не нас заскамили! Я как жопой чувствовал, пацаны! Но они тест не прошли, кстати, тест подписчиков. Все, берем, что хотим, пацаны, и не прощаем. Ой, ой. Найс, забрал. Ой, Веля, чисто нормально. Найс! Найс!
хаешечку дал. Не-не, не забрал, ладно, НТ. Ой. Хорош! Велев чисто показал, что он это дробовелик. Да, да я все, я проснулся, мне кажется. Это знаешь, есть роли в командах, там, люркер, капитан. Дробовелик. Все, короче, братва, последняя каточка полетит сейчас на наших экранах, гоу. Так, ну что, вторая решающая каточка, братва. Диглы, я думаю, мид. Диглы, мид. У нас с тобой даже скины одинаковые, чекай. Что за фигня, мид, никого? Тут никого нигде нет, алло. А, вижу. Вот он сидит. Найс, все, можно ставить. А, Кентик тут! Хорош, 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 хорош. А что, можно и не ставить, дайте я думаю? Фраг, дайте фраг. А может лучше поставить все-таки, ну? Да, лучше поставить. Да. А, забей, сливаемся. Да, лучше поставить, драгулечки. Дигл нестабилен что-то. Лейнкарда, НД, брат. Лучше поставить, лучше поставить. Это начало, слушай, не в нашу пользу. Походу, это ГГ полное. Не-не-не, возьмет. Хорош. Ой. Братан! Что? Они реально сидели вдвоем в одну точку, зажимали, и он как-то выжил. Что за фигня? Так, мид слева был. Можно забирать чисто прострелами, наверное. Ай, ну как... Ой-ой-ой! Забрал его, Найт. Ой-ой, сзади. Блин, я услышал типа в двери, я думал, он быстрее выйдет. Ой-ой, за стеночкой, братан. Можно запушить вообще А. Давай просто под фабмики. Так, мужики, не стойте, выходим, братаны с пистолетиками. Пушим. Чел за ящиком. Ой-ой-ой. Хорошо. А, отлично. Наверху бомба. Смида. Ой, nice. Хорошо. Ну, я просто чувствовал эту победу. Просто выбегать куда-то и все. У нас только это залетает, почему-то, я не знаю. Ну, мы типа фаст пушим. На киберспортачах чисто пушим. No. На скеле, на аимчике. НТ. Так, мэйби Б. Я думал, этот не забрали. Забрал. Забрал тоже. Мэйби А чисто. А я на Б. У меня под Б один был в дверях. А как? Забрал! Нормально. Какая же это гадость! Я не знаю вообще, как я его не забрал. У меня просто каждая пулечка в него летела. Обовин удачи тур забрать. О, все шарят за пепис на мажоре. Найс. Забрал жестко. Пацаны, а, открыто. Ай, блин, тут сидит. У нас братва чисто этот вариант встает нормально так. Ставят. Ой, хорошо. Найс. АФК, стой, Рикардо, не лучше не двигайся. Просто стой. О, за стенкой забирает. Ой, я взял лапочку, погнали! Что, Вели, у тебя есть какие-нибудь тактики свои киберспортивные, наработанные в VSQ, может? Ну, слушай, я тебе так скажу. Просто, короче, ну типа дал... Да! Что? Оп. Аплен. Что? Осторожно, на Аплен 2, по-моему, кто-то был. Вообще. Так, нам надо, наверное, тоже попробовать подсадить как-нибудь сделать, чтобы они офигели. Ой, хорошо, последними под пулечками. А, тут чел сидит на виду, прячется, пацаны, все плентите, они все были пода. Не-не-не-не-нет! А он убежал направо, ты видишь. Рикардо, он справа уже перебежал. Таких двое. Так, вот. И в поинту последний. Нахуй, минус один! Ой, что? Да. Почему не зарегало? Господи, почему не зарегало? Мой любимый стендовчик. Что, не все потеряно. Мы, кстати, берем очень много раундов для тест-стороны на этой карте. Так, одного забрал жестко. Да что такое? Ой, хорошо. Ой, хорошо. Да ну подбери ты бомб... Ту бомбу скину. А что, она сверху? Нет, снизу. Я так и попался тоже. Ё-моё, что за тайминги, нормально. Короче, последний раунд, либо берем, либо сливаем, и дальше уже будет изи. Не, брат, либо берем. Реально. Так, давайте, мужики, я первый бегу, чтобы вы смогли разменяться. Никто не хочет. Я первый захожу, со мной никто не заходит. Ой-ой-ой. Ой, Рикардо. 1-4, ты такой тач. Это ж пепис, мэнчик. Хорош! Один поставил! А, нет, двое. Это реально пепис. Понял. Ой, что за стенка, дядь. Так, ну что, за КТ халява, я считаю. Я думаю, надо пушу. Ой, уже он ТПшится, что это? У меня ёба! Ладно, сверху. Ай, там один ТПшится, что это за ТПхи? Ой, что у них за хаешки? Они все купили просто на все деньги хаешки. Это вообще, что ли, вообще, что ли? НТшечка. У меня там вообще чел перед Вели заспавнился просто внезапно и все, и просто так же распавнился. Они просто, знаешь, как играют? Они просто типа на шифтиках сидят и ждут наших ошибок. Мы ошибки допускаем, все, они нас забирают.
Кто-нибудь? Что они тут? Давай, я отвлекаю. На нафиг! Ой-ой-ой. Один отвлек, прикинь, жесть. Что у нас братанчик на Б не стоял? А, еще спина, найс. О, как? Бежим, бежим. Ай, вон, Фуэнту сидит. Найс! Ну, кстати, я размялся, сразу видно после первой катки, прям. Ну да, есть такое. Что-то я прям во вкус вошел. Одного забрал. Так, перехватил жестко. Перехватывайте. Ну и все, и ластовый там же. Так, нахожу его. Он прям хаваем. Найс. О, так, ну что, это камбэк получается? Да. Капец. А, снова пытаются. А, я понял. Мид. Так, готов. Что-то они вообще растерянно играют. Как будто силы потеряли, потеряли, понимаешь? Мотивацию потеряли. Ву. Мяу-мяу-мяу. Да капец, что, минус 78? Да они ничего не сделают, у тебя бомба у нас. Nice. Ё-моё, чё у них за стайл игры такой интересный? Куда они ходят постоянно? Да, опять, наверное, Б пытаются. Да, их много, слышно. Еби-еби, близко-близко. Maybe middle? Есть смог Рикарда обновить. Надо, чтоб деньги были. Там чел под себя мольки кидает, нормальная тема. Ой, они все тут на А. Мужики, это А 100%. Сейчас захаваю. Один вверху. Хорошо. Сейчас захаваю ботиков. Чё, пацаны, пулемет? Да, давайте пулеметы на туре. Ой, оценочку моему пулеметчику из новой коллекции. Ой, просто ой, такой фиолетовый красивенький. Он долго достается, если чё. Да, тайминги. Да как они не ходят сюда? Издевательство, я считаю, это издевательство. А, да не, реально только на Б ходят, что за фигня? Найс, найс. А, забрал последнего. Ё-моё, пацаны. Короче, играем с пуликами, ребята, да, мне да, кажется. Да. Ну, последний раунд они обязаны пойти как будто на... Я чувствую, но это ж нереально, что они никогда не ходят туда. Да вообще не ходят, капец. Обида, обида, пацаны. О, что? Хорош. Ларик, дай подсад. Вот, вот тут все будет жестко, отвечаю. На, нафиг. А на А залетели. А, все, пошли на А, пофиг. На этот подсад. Фуэнту уже. Прям подо мной. Я подскажусь на ушся. Блин, засчиталось серое перекрестие. Ладно, ладно. Чё, пацаны, последний остается, и мы смотрим наше звание легендарнейшее. Что же нам дают? А, да что? Ой. Фанимся, ребзики уже. Это пепицы, мэнчики. А он, наверное, фриканул, наверное, он сейчас на пойдет. Все, найс. Ё-моё, пацаны, не слейте. Да все, время тянуть, время тянуть. Да, все. Ой, хорошо. Ой, ребята. Что это за легендарное звание мы получаем? Это победа. Ой, я на первое место, кстати, выиграл себе или успел. Блин, у меня, знаешь, у меня 44, у тебя 45, нормально. Мне 7 помощи, нормально. А ну-ка, что это? Гоуд или 2? А это стоп, подожди. А, так это получается, после Gold Elite 2, по-моему, идет платина? Или тут до Gold 4, пацаны? А где Global? Пацаны, а вы шарите тут по званию? Что-то забыл. Это так и должно быть за такие победы жесткие. А где Global? Монтажер, поставь Global'а! Выпал Global, все, пацаны, мы Global'ы. Мы просто нереально тащили, ну что за фигня, почему стендов так всегда подставляют, когда просто нереально тащим, как всегда, по дефолту, стендов 2, ладно. Зато мы красиво сыграли, очень красиво сыграли. Показали, как говорится, пепес eSports. Ладно, братва, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наши каналы, и всем до следующего видосика, всем пока. Пока. Покусики.